19 января православные христиане отмечают крещение Иисуса Христа, или, как его еще называют, Богоявление Господне. В этот день принято погружаться в освященную воду. Слово «крещу» в переводе с греческого языка означает «погружаю в воду». Крестил Христа пророк Иоанн, сразу узнавший в нем Спасителя, ожидаемого еврейским народом. Праздник крещения пошел от евангельского события, когда крестился в реке Иордан Иисус Христос. Крестил его Иоанн Предтеча, больше знаком как Иоанн Креститель. Еще этот праздник называют Богоявление, потому что во время крещения на Иисуса снизошел Святой Дух в виде голубя, и он услышал глас Божий. Отсюда и второе название праздника – Богоявление, поскольку верующие убеждены, что именно так людям явился Бог в трех лицах – Отца, говорившего с небес, Сына Христа и Святого Духа в виде голубя. Алина Черняева, Евгений Полянский, Новороссия ТВ.